Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу стих «Обиженный портфель» Вера Капустина. Портфель обиженно ворчал: «Такой-сякой бездельник! Куда он без меня умчал? Сегодня ж понедельник! Все, опоздали на урок, теперь получим двойку. Бывало, бросят на пути, лечу, куда попало. Ну, чтобы в школу не пойти, такого не бывало. Пусть и в этом нет моей вины, переживаю слишком. А он сбежал, и хоть бы хны, вот так служить мальчишкам. Уже и вечер за окном, его все носят где-то. Портфель еще не знал о том, что наступило лето».